Welcome to my channel. Look at this, please. Nice, lovely place. Good view, good weather, and it's my village. Many car, but I feel relaxing time. My favorite color is yellow and green. Ребятушки, и буду вам транскрипцию писать. Oh my gosh. Okay. Ванечка, как пахнет весной, да? Весна, прям весна. Побежали. Ты идешь за мной? Oh my gosh, can I help you? Хочешь помогу? Давай, что ты маешься? Don't worry, I can help you. Мам, хочешь тебе дорожку промету здесь, могу порядочек навести? Не тяпкой. В смысле тяпкой? Не тёлкой. Всё, в крайне туда. Вот здесь есть? Ну, а хочется, видишь. Листья, видишь, опусти. Oh my gosh, it's my mom. Отходи. Yes, and she say... Today at night very cold, and cucumber have a problem. Now, я на английском тебе обещаю, на международном. Now we do something, I don't know what we do. It's for cucumber. Мам, и чё, это нормально будет? Нормально. Yes. We? Before we have a cucumber. Всё, пошла дальше саженцы сажать. Ну, давай с тобой, хочешь посажаю? С папой сажай. В следующий раз я тебе дам чем скрести, потому что мне отвлекаться не хочется. Окей. Отсюда. Окей, thank you, darling. Thank you. Ну, тепло, я тебе хочу сказать. В теплице-то. Не теплице, тепло, а ночью-то выходи. Холодно. Окей. Ай, ау, sorry. Yeah. We have an onion. We have a different fruits. It's apple tree. Apple tree. Мама, это слива, да? Слива, яблоки, это что такое? Yeah. Apple tree, yeah, exactly. Look at this. It's my dog. Ходи вон туда, сними. Покажи тут, я не открываю. Ну, туда. Вон туда. Это куда? А, это где мы там это делали эти? Окей. Now. Как это, турники? Окей. Okay. Now we go. Чё-чё? Okay. Хорош. Okay. Let's go, my darling. Let's go. Mom, say. Девочки, я буду теперь на английском. Oh, у тебя пузико замерзнет. Надо сейчас это снять. Compress. Compress. Now we go. I don't know where we go, but you can see a lot of diamonds. You can see small home for vegetables. Мама мне сент ключи. Oh, so cute. Look at this. Oh, really cute. Ну что, хорошие, смотри, какие красавчики. Да, манюнь. Ой, ты замерзла, домой тебя сейчас несу. Ну вообще красота, красопетки, смотри, какие. Yeah. Все, идем домой. It's my father. It's my father, sister, brother. Cucumber. Before, in this place, we have a cucumber. Cucumber. Many different fruits. Many different vegetables. Девочки, смотрите, я прям англичанин. Ну, потому что, видите... Чтобы смотрели индусы, пакистанцы and everybody.
Oh, mommy, it's so nice and lovely, beautiful. Yeah. Вот это вот груша, представляешь, okay. Как они начинают повыносить? Oh. Вот в прошлом году на ней было всего 3 груши. Mm-hmm. А в этом году, посмотри, она вся. О, май гарба. Посмотри, вся в цвету. Будет что, много груш? Очень много. Oh. Вся в цвету. Это ведро воды поставил? Nice. Mom say before, 1 year before, we have only 3 fruits on this tree. But now, in this time, we have many fruits. Груша, я не знаю как. I know apple, but груша, я не знаю. Oh my gosh, nice. I like Russia. Женщин, can oh my beautiful. А? Нет, пошли туда, в сад. Как свою костыль потеряла. Жёг костыль? Мам, ну ты запоминай хоть что это за название у тебя. Во второй половине я устаю. Я с палкой хожу. Правда выкинул туда? Ну, мне больше нечего. Бери тачку. Тачка у тебя будет. Во. Yes, now we. Очень мой полющий. We have a birds. Chicken. It's not chicken house, not fast food. It's natural chicken. Natural chicken. Look at this. Hello birds. Hello. Oh, have a different chicken. I have a cat. 1 second. I have a cat. Cat name Maria Massa. Dog name Susanna. Okay, my dog feel cold in time, darling. Well, girls, when I'm back home, my mom say, Илья, come back, let's see. Что, мам? Чего мне в кресло сидеть? Я лучше чем-то ветки пособираю. А на кой мне сидеть-то? Мы их потом поставим же сюда. Ну да. Когда-нибудь. На майские? Что-то на майские, осень не поставили. Мама, а что правда на майские? Ну, сейчас носи ставь. Ну, я вот завтра поставлю, утром проснусь и выносить. We have flowers. Look at this many green color. Траву тогда сеять будем. А! Ну, давай, хочешь мне, дай, я сейчас подкидаю. Окей. My father say, we... Have some, I don't know what I can say. Девочки, короче, траву сеем, с собакой гуляем. Красота. Beautiful nature. Oh my garble. Mamma mia, Santa Lucia. Beautiful. Oh, it's beautiful. Oh, it's beautiful. Beautiful. О, это вертушка, это штрындец. Там еще камни были, жесть. Там фиг ее вычеркнешь. Очень интересно. Chicken, it's a birds. Ху потерялся. Это вот этот потерялся. Ну что ты орешь? Иди в свою стаю. А что, он потерялся? Не можешь найти дорогу? Ну что ты потерялся? Ну давай, иди. Бэк. Да? Это она так зовет их, ма? It's woman or man? Woman. Ой, ёк-макарёк, петухи орут. Шеи-то у них, да? Ага. У петухов.
А, у петухов, а что они, галашейки это типа? Ёшкин кот, как плешивые. Hello, can you talk? Мам, красные какие-то, как раки. Вот деловой какой-то. Такое чувство, что его ободрали, блин. Мама, бывает, интересно, полностью голые куры? Чтобы не щипать. Манёнечка. Ну, лето. Окей. Кружит январская вьюга, и ветры смотрят друг друга. Привет, 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 кошка, привет. Прям цветут? Да. Вовсю? Фиолетовенькие, вот желтенькие. А-а-а, это вот эти, которые, что я посадил? Тут, когда... знаешь, в горшках они росли, осыпались. То есть это вы сейчас здесь копаете, это вы мне потом поливать предлагаете, да? Не, а что? Растет сам. Да? А я, девчонки, я куплю дальше продолжение забора. Потрачу 3000 рублей и продлю до конца. Вот. Да. Вот смотри. Как выглядит абрикос, когда он цветет? Как же выглядит абрикос? Вот этот вот, смотри. Это ой, сломал. Ой. Это садовода Крым. Вот это, да? Да, вот такой уже большой. Ну а что, показать-то почки им, что иди, ли? Тычинки почки. Ну вот. Ой, мам, какие вот это как... Мам, мне кажется, у этого будет... Это фейхуя наша, это как ее? Груша. Не, а где лохматая груша-то была, не она? А. Вот, смотри. Ох. Вот он, видишь? Да. А, look видишь, at this. Как много, смотри. Yes, вот этот прям вот вся усыпанная. И вот этот, ой, это вообще обливенный. Мам, что-то у нас прям груши будут, да, в этом сезоне будем груши. А, это абрикос? Это абрикос? Абрикос. Саженец, тебе... где? Сейчас, положи. Девчонки, это, вот, вот такие тебе надо эти, мам, вешать, слышь? Удобно, и как не стерся. Кто? Это, а ты знаешь? Ну да, ну а. Абрикос Эдельвейс. Эдельвейс. А еще я планирую придумать вот эти штучки-дрючки, лайфхаки. Вот сюда полочки придумаю. Вот такие полочки, сюда горшочки поставлю. Еще не додумал. На что смотреть-то будем? А вот о, собака потеряла меня. А? Собака потеряла меня, бежит. Эй, эй! Да. А этот дурак большой, где вот они? Ну потому что у тебя дичка. А? Дичка какая-нибудь. Она у тебя перекрестилась. Колос. Непородистой. Кто? Вот это. Ну что, наверное, ну хватит, люблю. Зай. Ну ладно. А у этого, блин, просто декоративное дерево. Мам, ну оно хоть когда-то плодоносило. Ну его один раз. Мамик, ну мне кажется, знаешь, что я тебе открою тайну? Не, ну есть вон, ну мало. Если не будет, то придется распрощаться с ним. Зачем? А зачем такое дерево ты растет? Ты че, ну хорошо. Это я его сейчас запугиваю, оно будет плодоносить. Ага, это дому хоть не жарко. Дом, знаешь, какая жара солнечная сторона. А, ты хочешь его да. Пугать? Это я пугаю, это мой коварный план. А, на дикухе будет сколько их. А это дичка, да? Сало там висит. Может, это сало, мам? Мох мой, интересно, как... Не наступай, вот коль этих тут хостов сходит. Подожди, у меня тут мох мой. Ой, девочки, мои бруньки растут, смотри. А вот здесь какая-то бздючка какая-то еще растет, как цветок, какая-то ветка, шметка. Не упадите, гражданочка. Ну, смелей, смелей, не стесняйтесь. Где? Вот, вот это мои бруньки, вот эти лесные. Видишь, какие красивые. А это что? А вот это какие-то не сперматозоиды какие-то тянутся. Тоже, наверное, здесь. Из леса что-то. Надо было побольше тебе всякие. Ну я еще смотрю. Вот эти молодила. Да? Молодила? А мох где твой? Пройдемте. А мох мой что-то почернел. Но он почернел, но у него вон молоденькие бздючки зеленеют. Видишь, мамик? Угу. Надо сюда, знаешь, что это, чем-нибудь загородить, чтобы его не скосили. Ой, что-то. Ну, его хорошо, знаете, сажать около пруда среди камней сажать. Вот этот, но он, да. Думаешь, он воду любит? Он любит камни. Угу. Что ты мне розочку сломал? Ой, так, женщина, вам лишь бы на меня поругаться. Я вообще... А что это такое, мам, такой роза твоя такая? Еще не обрезал, видишь? Замерзла она у тебя, ходит она. О! Анютки, смотри. Анютки вообще. А смотри, сколько осыпалось-то их.
Это маленькие, как семена. Да. Мамик, смотри, а что надо вообще так всегда делать? И что, они будут цвести? Да. Все. А почему я их и посадила вот здесь, на клумбу, чтобы они потом осыпались? Прогулялись, девчонки, по имению. Подстричь сухой, чтобы не выбирать. Ну, мне кажется, тут тоже какие-то признаки жизни есть. Ну. Вон мелкие. Подстричь, вот они. Вон. Ну все. И вот какие-то бздючки посыпались. Это они, наверное, отсюда перепрыгнули. Да, перепрыгнули. Держи. Держи. Кто там? О. Что-то во рту, скажи, еще застряло. Давай, родной. Вот это корни. Вот это корни. Вот какие корни. Ну, палечки. Спрашивает подписчица, увидела наш пруд и говорит, пруд просто огонь. Ага. Не, вот сейчас я задам даже вопрос. Не, правда, мам, потому что я сказал, я спрошу. Илья, чем вы чистите пруд? У меня тоже большой, замучились, цветет постоянно. Здравствуйте, спрошу у мамика. В следующем видео расскажу. Ну вот это, чем чистить? Вот, что вот совет, если он у нее цветет? Нужно сажать водные растения. Сажайте, первый лайфхак, водные растения. У нас растут нимфеи. Нимфеи растут, вы слышите, да? Вот. И пруд никогда не цветет. Ну, а там перекись водорода не добавляешь, ничего? Ничего не добавляю. Во, видите? Но, то есть, думаешь, что это спасет? Раньше, когда были проблемы, я бросала торфяные таблетки. Вот видите, но когда проблемы? Ну, торф. Можно торф, марлечку. Типа земли, что ли? Земля, ну, что ли? Как ну, типа? Торф, он кислый, кислый вот. Торф. Так что берите нимфеи или торфяные таблетки, и все. Ну, лучше всего это, конечно, чистить воду, водные водоросли. Вот я бы еще какие-нибудь посадила туда. Мама, а что ты думаешь, может быть, еще от расположения пруда зависит? Может, он у нее на солнечном... У нас на солнце. И у нас на солнце, хотя у нас нет тени. Нет тени, на солнце вот. Хотя, если бы был вон в тени, был бы еще лучше. Вот. Так что, видишь, растения сажайте, девчат, все. Да.